Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 8 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 163. Известно, что 3х плюс 1 четвертая равно минус 4. Нас просят найти значение выражения 9х квадрат плюс 1 деленное на х квадрат. Где мы встречаем с вами сумму квадратов двух выражений? Только в формулах квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Если мы выражение 3х плюс 1 деленное на х возведем в квадрат, что мы получим? Это будет равно квадрату первого выражения. 3х возводим в квадрат, получаем 9х в квадрате. Плюс удвоенное произведение первого выражения и второго выражения. И плюс квадрат второго выражения. Единицу возводим в квадрат, это будет 1. Х возводим в квадрат, х в квадрат. Упростим. 9х квадрат плюс х умножаем на 1 х-овую. Это произведение обратных чисел, оно равно 1. Поэтому 2 умножить на 3 и умножить на 1, это будет 6. И плюс единица, деленная на х квадрат. Отсюда мы с вами можем выразить сумму 9х в квадрате плюс единица, деленная на х квадрат. Чтобы получить это выражение, нужно от квадрата суммы выражений 3х и 1 х-овой вычесть 6. Вот мы с вами составили формулу для суммы квадратов двух выражений. Ну и теперь, поскольку нам известно, что значение выражения 3х плюс 1 деленное на х равно минус 4, то вместо выражения 3х плюс 1 деленное на х мы можем подставить минус 4. И тогда мы получим 9х квадрат плюс 1 деленное на х квадрат равно минус 4 в квадрате и минус 6. Минус 4 возводим в степень счетным показателем. Результат будет положительный. 4 в квадрате это 16. Минус 6 равно 10. Итак, значение выражения при данном условии равно 10. Ответ. 10. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.